О, Гудлайк, тебе вопрос. На чеке 500 рублей прислал, пишет. Okay. Всем привет, удачи, здоровья, крепкого. Расскажите, пожалуйста, или выложите видео себе на складе о том, с чего пошла связь Гудлика и коров. Потому что он... Гудлайк, расскажи. Как сказать? Все просто. Я живу в деревне. Все рофлят с того, что у меня коровы. Но у меня их нету, но... Пусть рофлят. Да, я бы хотел, чтобы они были. Городские думают, что кто в деревне живет, у всех есть корова. Да. Бля, я помню тогда... По факту. А по факту только лишь куры. Страйк, ты понимаешь? Я вот с Флабером, как позавчера, я ему сказал, придурок, у меня нету коров, блядь. Я живу в 10 минутах от города. Да, правда, у тебя нет коров. А он все это время думал, что реально коровы. Думал, что у меня коровы. Так я тебе скажу больше, когда мы с Ишой комментировали ВГФС, мы вообще какую-то херню придумали, что якобы у тебя там ферма, ты пчел разводишь. Я там скажу, что... Да, мы говорили о том, что не все танкисты тупые, и вот есть, например, хороший пример, там Гудлайк, человек-фермер просто. Он поэтому в танки не играет, потому что... Что ты понимал, это была аналитика ВГ-феста финального матча. Мы сели в аналитике. Гудлайк, чтобы расставить все точки, что у тебя из животных есть? Ничего. Герман Гудлайк. Котика даже нету. Стой, подожди, ты реально коров фоткал и скидывал нам коров. Я, блядь, я шел по дороге и по улице шла корова, блядь. В деревне это нормальная ситуация, придумай. Да, было украсть. Приехать в село, блядь, увидеть курицы, сфоткать их и сказать, о, бля, я кур завел. Это как люди возле дорогих тачек фоткаются. Короче, можно пойти этих женщин сфоткать. А что у тебя за деревня такая 10 минут от города? Поселок. Городского типа. Городского типа, называется, да, КП, да, да. А вы там костры большие жгете? ПГТ. Прыгают через них. Там неверно. Ведьм сжигают. Да, сантиметры сжигают. А вы там с вилами ходите? Кто в деревне играет на арте, да? У меня стрелял нормально. Слышите, можно пиздаться, значит, сделать? Слышь, у них пиздаться очень вперёд пошёл. Одного детям сюда, да. Они сейчас по первой вынырнут все сотки. Не все лынят. Какой-то ты крест, иди на центр, Go. Всё, они потом пошли. Нормально, просто отменивайте. Да, нормально, у вас снежка сыграет. Нормально, всё заебись. Хорошая позиция, командир. Иди с арто, ебари. Не все такой с членом во рту. Кто? 9-7 сюда, 1-1. Ты сейчас они до тебя доберутся. Да я слышал от меня там. Сейчас, блядь, сорян, я тебя закрою. Загоняй. Думаешь, давай стреляют эти ближних. Дай с позиции командира. Не успеваю даже уехать. Все нормально, на внешке просто поднимаем. Да, мы сейчас... Нам просто убить ЕПРов, Артур, сюда. Флабер, может, сюда еще какие-то или сюда? Ну, они не пропущены, они первым не пропущены. Того, что, член к тебе залезет. Залетайте к арте, ЕПРы, не секунду. Давайте просто оттуда убейте, Артур, мы будем бой. Просто ты говно коричневый. 100 хп добейся. Я брошотный. Добью. Шотник, я по фуловой дам. Разъехались клоуны. 907-600. Там горит, понятно. Там понятно. Там горит, блядь. Не понял. Ты чувыкуешь крест. Там тайминги такие паршивые, блядь. Да их там больше. Хорошая позиция, Гудлайк, да? Навоевал. Да чё бояться, блядь. Вообще нормально, да, шот успел дать. Или два. Флайбер, она здесь не перепушит, да нет, бойцы, стойте. Два, не пушили. Ну сейчас хотя по цветам был, типа, мы сейчас. Что лежат? По поводу членов, давай, поговорим. Че, по поводу членов, его. Давай, давай. Блядь, ты их каждый день принимаешь, что теперь об этом говорить? Такой стоп. Что тебе нравится? Хорошая позиция. Да, страйк. Блин, 2013. Ой, пизду, блядь, заебали арту. Знаешь, я вот два раза не проходил, Димон, я уже понял, что мне пизда в этом бою. У меня просто два верочных, я почему не пробил, я уже понял, что бой не задался. Я навсегда запомню Вильфа, когда он, блядь, говорит, у меня не летит, и мы чекаем, потом в конце боя думаем. Один выстрел. Я один выстрел только, да, блядь. Было. Верочный, говорит. Было. Икс-икс-икс-икс-икс-икс-тильтасьон, блядь. Ну ты, Димон, перестрелял, ты хорош. Подкате дал, да? И что теперь? Что делать? А я хочу, наверное, ляха, а чё, коляску вообще нереально убить? Мне гриль вдоль горба дал. А я впарю, мне насрать. Давай. Отличный ход. Ну я не попадала в Т-сотого. Ну ты сказал, что тебе насрать. Ну, именно так и произошло. Нельзя так. Мы пока взорвали.
Ну, как бы, челики через большую дистанцию на неждане, типа, ну, не должны так попадать. Бля, по мне прожет работает. Да ладно! Вот отсюда. Вообще, все, что связано с полем, нельзя играть. Бред, не заживу, походу. Это бред. Это, да вот отсюда прожет просто расстрелял, его даже никто не засветил. Где это наш? Ну, так видишь, мы оттуда уехали, и его светить некому. Все, что связано с полем, не играется так, в такой ситуации. Да надо было сразу зараз. Зачем мы туда поехали вообще? Ну, каждое лето. Шо вы ливнули? Погнали еще боёчек, что там 12 минут. Да. Да погнали. Да пусть и поболтаем, шотник, ты не наигрался, блядь, в танки еще. Так мы не болтаем. Нет, шотник как раз таки еще любит в эту игру играть. Все в нее любят играть. Просто 10 минут до боя. Да кто там постоянно пиздит что-то, блядь? Танкин заказ выполнил, как бы наиграться должен был. Это я вчера наигрался. А, вчера это был? Сегодня новый день. А что тебе такое самое жесткое заказывали, шотник? Порту, много раз подряд. Ну, я б не жаловался с таким ценником. Самое жесткое был, короче, у меня челлендж на Т-95-м. На 25% экипаже, ну понял, короче, 50% на другого класса. На трубах. На сетке, по-моему, и на противоосколочном подбое. И на фугасах все это еще. Покрыто фугасами. Ну и как? На руин попал 3800 дал. Пробитие там, по-моему, бату что ли дал на косарь или проджете, не помню, кому-то из СТ точно. Есть пробитие. Красава, красавчик. Влад Сузали, здорово, 1234 рубля прислал, пишет, хрен с ним, отмечусь, говорит, привет всей банде, кстати, никто не заметил реплику Юли в начале последнего боя, а я реально поржал, удачи Корум. А что ты сказала? Здорово. Это как на фразу good like? Не. Ну ладно, там все занято. Ничего не понял, спасибо. Кто-то там хрюкнул тихонько. Но. Неважно. Это какая фраза была? Важно. Ну скажи, ну что интересно. Ну гудлайк такой ездит на первую линию первой и говорит, сейчас я вам покажу, как сосать надо. А ты да сейчас... не хочу говорить. Юль, ну так нечестно. Ты сказала, не надо. У тебя получилось лучше, чем у меня. Пошли стрим пересматривать. Где это когда было? На Мараванке это было. В конце боя последнего, наверное. Нет, в начале. Не, в начале это было. Я же только что сказала. Ну, и что он сказал? И все опять прослушали. И все прослушали. Они все прослушали. Она сказала, у тебя не получится лучше, чем у меня. Но все подумали какую-то херню, а я всегда отсасываю на этой первой линии на Мураванке, потому что еду первая. А вы подумали, что это херня. Так я вот даже... Не, мы еще ничего не подумали. Вот Шотник сказал, я вот меньше... Вот Шотник сказал, а я меньше всего о чем подумал, это о танках. Так что это... Проф направленность уже немножко начинает менять вектор направленности. Не, мне кажется, любой нормальный мужчина подумает не о танках в такой момент. Подливной командир. По-моему, у нас 5 или 6 чехов. Сейчас, да, все нормально, все, поехали. Сетап нормальный. Ты еще не знаешь, пошел куда-то, сбегал там. Да, и такой, потом начнем проигрывать, он такой в середине боя просто заткнется и все. Я сгорел, блядь, на вас, я сгорел на вас всех. Нет, я не в тельтех, скажет. Да. Да что мне говорить? Я не в тельте, мне просто похуй, как он говорит. Блин, то что мне интересно, забанят ли канал Майнкаст? Там же Simple и Зевс сейчас находятся в бане на Твиче, а их лица сейчас показывают на трансляции. Хм. А чего? Лица забанят? Ну, типа, если показывают лица, и они присутствуют на трансляции, типа, должны банить канал. Подожди. Они присутствуют на чужой трансляции и находясь в бане своих каналов. Договорятся, успокойся. Вопрос. Simple. А почему Simple забанили? Ну... Потому что они сказали запрещенные слова Зевсом, по-моему, или что-то такое там было. И... Насчет Симпла неизвестно, типа, да, никто не распространяет ничего. А Зевс просто сказал запрещенку. Ну, и... не то, что сказал, по-моему, там в песне. А они в Нави, а у Нави до сих пор контракт с Твичом? Да, наверное, да. Нет, просто я спросил, как будто мы знаем, но мы не знаем. Ну мы просто в Нави тут все сидим. Мы же и знаем. Нидин, аккуратнее, мы тебя прикрываем. Можно я начну убивать, командир?
Да, конечно. Так фугас я дать тебе получше будет. Арта, когда. О, нет, боже, все, все, пуш пошел, пуш пошел, принимайте, принимайте, это пуш пошел. Внешка за цель, детям переставить, детям и че переставить, это внешка. Да блин, Биба, уйди нахрен. Ты прям передо мной выехал. Я шел. Я тоже дал. Вот отец, стойте, аккуратно. Одного детям можете оставить, одного закрыть. Спускай страйк и уже кемпить, типа, по вот этим. О, внешка идет заново, заново продолжает идти. Врывается, скидываться, вырываются, угол. Шотник у нас давай. Нам спину, убивайте нам спину, саут. Это закройте нам, смотри вверх. Я тебя от этих закрою. Это что, чифа сзади. На горке стоит. Давай, я обновил, обновил. Давай на них, Релин, убивайте, убивайте. Ну можете подъехать, сверху переваливается хуй. Можете ему дать, блять. Шотный, 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 добейте его, пожалуйста. Доберите 300, ты сам должен забирать, ты сам должен забирать, ты сам должен забирать. Ты сам должен. Хороший крест. Этого забрал, все. Блять. Я еще один выстрел дам. Можете подъезжать с кемпы, вот сюда вот эту спину закрывать. Да, вы можете Реддинса подъезжать и вильки полпануть. Да мы примем. Можете сюда, одного дейте на корону, можно выйти на сайт. Можете на корону выйти, а трек 30 можете подъезжать. Ну а ты можешь подъезжать. Не подвернул. Он не подставляется, Индин. Но. Блин, мне ручи фаса один вы забрали, я больше не буду еще. Индин, давай танка, ну попробуем выйти на него. Мы тут с Реддинсом тут. Да, да, тяжело. Тут проход закрой. Тупо он подбоил. КД один, один КД, второй я КД. Я сторож. Я охранник. Плохо. Не, нормально мы их приняли, по факту. Блять, какой же конченый чифтейн, пиздец. Это я согласен. У них такая тактика, которая у нас была, помнишь? Да, да, да. КП. Да, все верно. Молодые люди. Слушай, чипу сюда подъедешь? Базу, базу, просто примите базу, просто примите, главное базу, все. Не понял. А как мы втроем их примем-то? У вас сверху. Хорошо, да. Это ты не один попал. Нет. Вы не попадать еще. Надо откатываться, принимать. Шотник. Читай на сверху. Давай подавим, у нас чип там стоит кемпит. Ну, давай, 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 давай. Мы можем ебро еще хотите туда прям. И сейчас забей, стрелять сюда, давай, без шуток, больше ничего делать. Давай давить. Окей, я на центр дому покидать. Тут можете отойти, по идее. Не, нет, Майка, Майка, так они светятся. Шо, не просто пизди их, я буду впитывать немного. Ты к силу упал, светоните. Блять, ой, сука, две вот. Не, я тебе забей. Мы вдвоем дали, что ли, по лайку? Ёбаный, да. Они поехали в атаку. А, помочь, помочь, стилу, стилу помочь. Вы вывезете, вы не падают. Правил. Я дал. Короче, я падаю. Бля, у меня аптеки нет. Ну, нормально, мэн, я живу. Помогаем. Просто тут берите, а тут вверх размените. Нормально, нормально, размените просто. Карта же. Да. Убейте. Главное, вот здесь сверху не сосите с центра, не сосите с центра. Хорош, хорош, крест. Я заберу 30. Слышь, вы 2-2 можете еще. Приедь сюда, нас пушат, нас пушат. На ебарок сюда, приедь сюда, на ебарок. Сейчас они выйдут и убьете, приедь просто сразу с Митина, приедь сюда. Сейчас агрессируй, братан, агрессируй. Давай, 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 давай. Да, я не пробила. Кто? Зорсу, паровой нахуй, паровой. Стой, крест, стой, стой, стой. Дайте шот, зук доест. Того, как я мог, ним еще упадает. Зук, сиди в кат, блять, вы добираете. Я не вижу, я на катере. Иди в кат, иди крест в кат, как зук. Зацепься, попробуй. Доберете чифтейна? Да, да, я доберу, оставь, оставь. Я доберу. Мне большой, ты нормально, ЕБР, и потом дальше цена, да, Настя. Сзади, еще сзади шотник у тебя. Ну все, тут давай. Слышь, Биба, тебе я один дал или двое дали? Один, он мне дал два фугаса, и ты один дал, и все. Нормально подредактировал меня, блядь. А че он упорол, блядь, это че за хуйня вообще? Ну нормально приняли. Не, где? По приколу. Туда, девочек, туда. Все, всем спасибо, ребят, всем пока, всем до завтра, хорошего вам вечера.